Питер Квилл, вставай. Дракс, мы же договорились, прекрати. Твое внебрачное дитя не ошиблось. Ховод и Камария воскреснут. Да, ясно. Необходимо лишь верить. Дракс, не надо меня так пугать. Я сообщил благую весть, Питер Квилл. Ты потерял близких. Маму, ту женщину Кри. Тебе известно, что такое боль утраты. Дракс. Но вера и обещание матриарха воскресят наших близких. Дракс, я не... Ты ведь принял обещание или нет, Питер Квилл? Нет, еще нет. Но не потому, что мне не хочется. Знаешь, есть вопросы. Понимаю. Обещание матриарха потрясает. Потрясает, не то слово. Я тоже не сразу осмыслил, сколь удивительно обещание. Да, да, время. Мне нужно... Время. Я дам тебе время, Питер Квилл. Но вот что. В остальных я не уверен. Древесный может и прозреет, но я боюсь, что убийца и грызун устоят. Выходит, они угрожают нашему делу. Ликвидируй их. Нет! Почему? Потому что это убийство. Ты убьешь их, и как они примут обещание? Матриарх вернет их к жизни, как и остальных. Это обещание. Ты прав, прав. Она их оживит. Только ты вроде решил перевернуть страницу. У меня нет книги. Не в том дело. Ты станешь плохим примером для Камарии. Обещание матриарха требует безусловной веры. Ты сам это поймешь, когда наконец его примешь. Твой выбор, Питер Квилл. Мы сели на планету Матриарха. Когда вернусь, она потребует ответа. Стой! Дракс! Давай все обсудим! Черт, 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 черт! Эй, кто-нибудь? Питер? Я из Грут. Ты не знаешь, чего крепыш меня запер? Ну... Дракс, кажись, в церковнике подался. Ты серьезно? Я есть Грут. Понимаю, это просто бред. У Дракса в голове тоже бред. И, возможно, он привел корабль к Сакралии, чтобы отыскать матриарха. Но don't worry. У меня есть идея. Эта космолама прогрызла мне дыру в стене. Только протиснуться, да добраться до рубки. И ты откроешь двери. Именно. Так, я выбрался. Дракса не видать? Пока нет. Есть! До встречи! Чего мы дожидаемся? Надо сваливать из этого болота, пока зеленый псих не явился с новой подружкой в метье матриархом! Ракета, стой! Мы не можем бросить Дракса. А он еще Дракс? В смысле, его ведь обратили. И что? Мы его отыщем и вернем обратно. Ты говоришь о том, чтобы похитить Дракса-разрушителя? Вот именно, разрушителя. Мы в таких передрягах бывали, столько повидали, и вдруг бросим его. Дракс еще наш друг. Этот нам больше не друг. Не вынуждай меня отдавать приказы. Ты чё, на меня свои пушки наставил? Нет, пока нет. Я просто хочу, чтобы ты понял, как всё серьёзно. Мы остаёмся. Ух ты, в мять, Квилл.
Смотрю, ты вовремя решил проявить норов. Ладно, я в деле. Еще возражения? Нет, ладно. Я из Грут. Крут, тогда найдем нашего друга. Ну что, вперед! Только не это. Ты знаешь, где мы? В какой-то лагуне! Мерзкий хвост! Сколько раз вам повторять? Я ненавижу воду! Эй, не я тут корабль сажал, а Дракс. Ай, ну и гадость! Да что ж такое? Я намочил шерсть! Ракета, ты цел? Ненавижу воду! Ненавижу Макнат! Ненавижу работать бесплатно! Мы тут не работаем. Мы Дракса спасаем. Лживый злодей! Где она? Где матриарх? Стой, стой, стой! Отпусти его! Дракс, приятель, полегче! Она позвала меня сюда склеить осколки! Ракета, да помоги же ты! Здрасте. Мандис? Как ты... Что? О, это! Лесо научил меня как-то бить в одно место в разных временах. Или Том Фат в будущем научит. О, не бойся, злюка невредим. Ну, почти что. Что мы здесь делаем, Мандис? Я его позвала. На забвение. Увидела время в его мыслях. Ложь, как путы. Что мне оставалось? Подкорректировать курс, очевидно. Все хорошо. Со мной будь. В тиши и мраке. Это тоже твоя бывшая, Квилл? О, нет. Не в этом времени. Идем вперед в пещеру Жути. Не понял? Пещера Жути, где сойдутся самые мрачные наши пути. Мрачные в том смысле, что неизвестные. Ну, может, и плохие. Но точно не хуже, чем увиденное мною будущее. Вот там все плохо совсем. Беспросветно. Вам лучше и не знать. Кто-нибудь, переведите мне это. Я есть Грут. Я говорю... Говорила, о чем я успела вам рассказать? О пещере Жути? Да, точно. Большое сердце несет в себе столько печали. Во всех вариантах будущего он сломлен. Но в каких-то мы его спасаем. В этом. И мы пришли. Здесь катать и пускают корни. Итак, чисто для справки. Есть варианты, где мы с тобой... Питер, хватит. Верно. Что за катати? Я есть Грут. Люди-растения, как Грут, но отстойные. Катати — высокоразвитая раса миролюбивых созданий, наделенных медитативной силой. А еще они стерегут тайны древней пещеры. А перерыв сделать они могут? О, нет, они к этому относятся серьезно. У нас один лишь выход. Воззвать как бесконечный мудро... Я не скрут! Впустили!
А что именно мы здесь ищем? Она не знает. То, что может помочь Драксу. И мы поверим на слово этой чокнутой? Она не чокнутая. Жутковато. Да уж, жутко. Жутко опасно. Нам точно сюда надо? Не. Может, Драксу надо просто проспаться? Выглядит он более-менее. Берегись! Чуть не успела вовремя почувствовать. Не забудьте, мы здесь, чтобы помочь Драксу. Хотя было бы неплохо узнать, как именно мы ему собираемся помогать. Здесь все очень нестабильно. Эта пещера нас всех прикончит. О, нет, не всех. Не в этом варианте. Опять вода? Да что такое с этой планетой? Выглядит не страшно. Ха, класс! В этой мокрой пещере есть что-то, что поможет нам спасти Дракса. Ты, главное, Квилла вперед пусти. Не хочу, чтобы ты упал. О, вот теперь я точно что-то вспомнила, кажется. Здесь нужно быть осторожнее. Да, ты видишь будущее, в котором я сталкиваю тебя с обрыва? Эх, пушистик! Поразительно, что твоя вспыльчивость неизменна во всех вариантах времени и пространства. Ты моя маленькая злобная константа. Мне одному кажется, что она нам мозги пудрит. Мантис, а там, на забвении, ты уже знала, что предпримут церковники? Не знаю. Я вижу столько всего одновременно, что трудно понять, где нахожусь сама. Они во всех временных линиях хотят захватить галактику? Почти во всех. Иногда от этого такой шум стоит, словно куча кораблей стартует одновременно. А у нас есть шанс их остановить? Наконец-то! Личина лжи! Наверное. И это поможет нам спасти Дракса? Нет, помешает нам его спасти. Мы ищем то, что скрыто за ним. За ложью. Эй, взорвать? Мы все подряд теперь будем взрывать. Спасибо. Обычно ты разбиваешься. Катати упоминали лица во сне, но я думала, что это метафора. Жукоглазка окончательно спятила. Под хвост все это. Я пошел. Нет, нельзя. Мне нельзя тут прорубить? Ой, нет, не ты. Сейчас случится что-то ужасное. Все, я пошел. Ракета! Да, но... Пора доверять своим инстинктам, Квилл! Жукоглазка сказала, эта рожа мешает спасти Дракса! Так уничтожим ее! Пушистик, не делай того, что собираешься сделать! Нет, или нет, не, нет. Не делай! Хватит с меня, головолом! Не делай то, что ты... Давайте все-таки сделал. Выслушаем Мантис, да? Фу. Дайте так подумать, хорошо? Что, если мы обрушим всю пещеру? Тогда нам не придется больше с ним спорить! Это не повод! Скажи ему остановиться. Я есть Грут. Пушистик устраивает сцену. Значит, мы умрем. Ракета! Кажется, я повторяюсь, но... Спрашиваешь про план? Да. Давай бежать! Опасно. Да, и не говори. О, скажу. Мантис. Где матриарх? Вот здесь как раз мой провал. Мы же спасаем тебя! Дракс!
хорошо. Там, где мой провал, вас успех ждет. Со мной будь. Эй, народ! Ошалеть! Я все еще живой! Что? Ты нас всех чуть не убил! Завязывай уже со своими взрывами, ракета, ясно? Ты возьмешь назад эти слова! Звездочет! Так ты из спартанцев? И я не знала? Может, ты не всегда? Или я забыла? Что? Эти твои пушки опять что-то сделали? Он спас Дракса после того, как ты нас чуть не убил! Как пушка могла его спасти? Покажи его, Звездочет! Вот как это делается! Взрывом все равно лучше! И вовсе нет! Вот попадем еще в передрягу. Вы меня умолять будете что-нибудь взорвать. В ногах будете валяться. Вот попадем еще в передрягу. Постараюсь об этом вспомнить. Снова странный туман. Вас хоть носы на нормальной высоте. От газа Пушистик ни разу не умирает. Только от падения, камнепада, читаури, воды... Стоп, что? Ты сказала читаури? Ой, неправда. Одного трупа с хвостом не увижу. А я так и вообще надеялся. Сдохни, читаури! Почему не проясняется? Не могла предупредить, что в этой пещере прячутся читаури? Они тут не во всех вариантах. Здесь только те милые глазастики. Ну, ты понимаешь, о ком я, Звездочёт? Да, я знаком с этими глазастиками. Вот только с чего им здесь быть? Вот там у них и спроси! Наша жизнь в небе самая стойная! Гамора, давай заберемся. Посмотрим, что делать дальше. Я знаю, что делать. Сказать ракете, чтоб кончал ныть. Ну, удачи тебе! Справедливости ради, он умирал, утонув и в куда более мелких водоемах. Вот именно! Стоп! Что? Это уже какой-то абсурд! Ну не любит он воду, что мне делать? Ты вроде как его капитан. Ты давно с ним не общалась. Ни одному не хватает драксовских байк про кота. Наверняка у него есть кататианская сказка, очень уместная в нашей ситуации. Бойтесь Звездного Лорда. Ты что-то сказал? Нет. Тут же теперь процентов на 50 стало суше. А мне на 100% плевать. Ладно, продолжим. Что скажешь, Грут? Мы теперь снова все вместе. Конечно. Сухой ракета, довольный ракета. Сейчас ты довольный? О, да. Ты не видела темного пушистика из других реальностей. И это хорошо. Что ты знаешь про этот коридор, Мантис? Вроде это тот мокрый эпизод. Что-что? А разве мокрый эпизод не позади? О, будет... Все целы? Тут совершенно ничего не видно. Да, дело дрянь. Так, что там насчет вариантов, где мы погибаем? А что, так можно было?